А сейчас будет все-таки внезапный поворот. Ну, вы поняли? Просто аплодируйте. Просто аплодируйте. Аплодисменты, овации. Следующий у нас Джин Ред, Атари и за нами Flying Dreams. Аплодируем, аплодируем. Встречаем! Thank you.
потерялся, да? Иду. Номер 3. Nevermore. Серия Art of Fops. Фетишный славянский мир. Я сейчас принесу ведро воды и посмотрим. Но на самом деле, мне кажется, у нас зрители устали. Они как-то не аплодируют. Вроде устали? Мы же договорились, что будем хлопать, пока не выйдет в дефиле. Вот люди. Было же такое, но у меня с ориентированием проблема, а не с памятью. Так что я слежу за вами, за всеми. Я вас не вижу, но слежу. Вот так. Номер 5. Perfection Cos Band. Аплодисменты. Божественная трагедия. Я люблю все блестящее. Огоньки. Огоньки.
А сейчас будет участник под номером 6. Vicious, Phantom of the Opera. Now
30 и Шиши, Казбен де Нуар, Туп. Defender of the New World. И мы хлопаем, хлопаем и еще раз хлопаем.
Юки Суин Ян. Авторский мир артефакт Архитайна. Только половина зала запомнила, что надо хлопать. Фотограф, они заработали. И кто бы нам шарик подарил?
Сейчас допросишься. И ладно, ну и ладно. А, так, не отвлекаемся, работаем дальше, а то не заплатят. Номер 18. Казбенд Агни Самайна. Молот ведьм. Участник этого блока номер 19. Казбен броненосец Ядозуб. Танец стихий. А до этого пока вы поспали. Тут было бы странно не захлопать. Я думала, у вас их шлейф вообще никогда не кончится. Серега, зацени, они длиннее, чем твоя глупость. Это вот ты сейчас на кого намекаешь? А? По-моему, тебе прямо сказали. Твоя глупость. Это даже не намек. Я не намекал. Да, я уже знаю. Вот дурком. Мы между тем... Заканчиваем, наконец, второй блок. А то вы его растянули. Это не мы растянули. А нашим зрителям нужен отдых. Нужен. А нужно быстро все кушать, играть, покупать и не забудьте сфоткаться. Возвращайтесь! Обязательно.